Известный певец рассказал, какое чудо произошло в его семье. Авраам Руссо в студии федерального телеканала признался, что с его женой случилось божественное чудо. Певец поведал, что они очень хотели ребенка. 6 месяцев попыток, и все безрезультатно. И вот однажды его жена разбудила среди ночи. Она не была православной, когда я с ней познакомился. Значит, зная, что я из очень духовной семьи. Спустя 1-1.5 года после нашего знакомства мы поженились. Окей? Она не была беременная. Она продолжала быть своей верой, и я своей. И... было явление, появлялась Богородица. Она пришла, Богородица, с ребенком, с моим будущим, то есть ребенком, который еще нету на свете. Передает в руку и забирает, и уходит наверх. Зная, что певец из очень духовной семьи, жена Авраама попросила отвезти ее в церковь, где ее крестили. Я ее взял в Иерусалим и покрестил там. И спустя месяц после этого случая она забеременела. И сегодня она увидела своего ребенка до того, родилась. То есть это девочка.